Всем привет! С вами Готика, с вами Сократочка. И в этом видеоролике мы поговорим о очень интересной теме – сюжете в Red Dead Online. Red Dead Online – это многопользовательская игра в жанре action-adventure, разработанная и изданная Rockstar Games в качестве онлайн-компонента Red Dead Redemption 2. И там есть свой сюжет и своя история, которая погружает нас в мир Дикого Запада. Но сегодня речь пойдет именно о сюжете в онлайне, потому что, возможно, не каждый задумывался на первых порах игры, о чем идет речь, или по какой-либо причине пропустил, или не понял сюжетную линию. Лично по своему опыту могу сказать, что такие люди есть, и если вам интересно так же, как и мне, устраивайтесь поудобнее. Я похожа на волка. Перед началом ролика хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам Вовке СПБ, Алексею Котову, Анастасии Морс, Предатору, а также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты. Всего от 49 рублей в месяц. Итак, по порядку. События в Red Dead Online происходят до начала событий сюжетного режима, а точнее в 1898 году, где каждый игрок проходит одну и ту же историю. Главный герой Red Dead Redemption оказался не в то время, не в том месте. Игрок берет на себя роль молчаливого главного героя, который арестован за убийство и заключен в исправительное учреждение Шишика. Он посетил город Блэквотер примерно в то же самое время, когда там был убит человек по имени мистер Леклерк. В связи с этим он был скоротечно арестован, обвинен в этом убийстве и невинно осужден. Приговором стали 6 месяцев каторжных работ с последующей казнью. К счастью, для главного героя вдова мистера Леклерка оказалась не глупой женщиной. Она не купилась на историю о таинственном незнакомце, зачем-то убившем ее мужа. Незадолго до казни главный герой вместе с несколькими другими заключенными были в очередной раз отправлены на каторжные работы за пределами тюрьмы. По дороге дилижанс с ними остановили неизвестные. Охрана не стала особо сопротивляться, решив просто уйти живыми. Поэтому всех заключенных освобождают. Спасителем оказывается человек по имени Хорли. Это главный помощник Джессики Леклерк, вдовы убитого мужа, в чем убийстве был сложно обвинен главный герой. Главный герой вместе с Хорли прибывает в лагерь миссис Леклерк. Джессика рассказывает историю о том, как ее муж Филипп был убит своими деловыми партнерами Джереми Шоу, Амосом и Грейсом Лэнсингом, а также их преступным сообщником Тедди Брауном с целью получить контроль над своей долей бизнеса. Персонаж игрока был арестован за это преступление из соображений удобства. Джессика утверждает, что является единственным человеком, который знает о невиновности персонажа игрока, поскольку калибр пули, используемый для убийства Филиппа, не соответствует калибру, используемому персонажем игрока. Она отпускает персонажа игрока с ее благословением, при условии, что они помогут ей отомстить убийцам Филиппа. Леклерк и Хорли помогают главному герою обустроиться, а взамен ожидают помощи с местью настоящим убийцам мистера Леклерка. В конце концов, и для главного героя это личное, так как именно они его подставили и обрекли на казнь. Хорли предоставляет главному герою помощника, старика Крипса, который будет помогать и разбивать лагерь в нужной местности и вести дела. Хорли заставляет игрока работать, помогая шерифам Блэквотера, Валентайна и Тамблвида в задержании разыскиваемых преступников. И то, как игрок справляется, решает их честь. Если игрок выбирает почетный путь, его работа привлекает внимание маршала США Тома Дэвиса, который поручает игроку найти известного бандита Альфреда Монтеса. Зная, что Монтес будет продолжать убивать без разбора, но не имея доказательств, чтобы преследовать его, Дэвис предполагает, что персонаж игрока принесет Монтеса мертвым, а не живым. Игрок задерживает Монтеса, который зарабатывает им репутацию маршалов как надежный. Это, в свою очередь, позволяет им работать с маршалами в поисках Тедди Брауна, поскольку маршалы испытывают давление со стороны Шоу и Лэнсингов, чтобы оставить Брауна в покое. Игрок возглавляет нападение на Форт Мерсер, выводя Брауна из строя и убивая его банду. Джессика расспрашивает его об убийстве Филиппа,
и он заявляет, что несет полную ответственность за это. Джессика отвергает это и казнит его. В качестве альтернативы, если игрок выбирает нечестный путь, Хорли знакомит их с грабителем банков Самсоном Финчем. Финч хочет собрать банду, чтобы осуществить ограбление, которое он планировал целый год. Он намеревался ограбить группу промышленников, пока его не предал напарник. Финч заставляет игрока сформировать отряд и атаковать гарнизон Форт Уоллиса, убивая его партнера и срывая план ограбления соперника. Замаскировавшись под курьеров, банда грабит торговый банк в Сен-Дени и убегает с облигациями на предъявителя. После смерти Брауна Амос Лэнсинг и Джереми Шоу пытаются завершить свое поглощение бизнеса Филиппа, вынудив Джессику подписать поддельный контракт. Джессика, Харли и игрок создают отряд, чтобы противостоять им, что заканчивается тем, что Джессика стреляет в Лэнсинга средь бела дня, а Шоу убегает после столкновения с Хорли. Хорли восстанавливает поддельные документы в то время, как игрок и отряд защищают Джессику и в конечном итоге убегают из города. Джессика сожалеет об упущенной возможности встретиться с Грейсом Лэнсингом, поскольку теперь она объявлена беглянкой, но удовлетворяется тем, что теперь Грейс мертв. Стоит отметить, что сюжетные миссии выполнены тут отлично, не так уж и сильно уступая основной игре. Задания нужно проходить в кооперативе с другими людьми, так что довольно часто игрокам предлагают распределять роли. Например, в одной из миссий надо догнать и связать четверых бандитов одновременно, соответственно, по одному игроку на каждого. И это самый простой из вариантов. Так что, как и во многих других кооперативных играх, подобные миссии лучше всего выполнять с проверенными друзьями. Вариативность тоже никуда не делась. Во-первых, задания можно проходить как скрытно, так и с огнестрелом наперевес. Во-вторых, иногда прямо во время миссии у команды появится выбор. Например, возвращаясь, к примеру, с четырьмя бандитами, наниматель заплатит за их поимку и прикажет убить, а те, наоборот, будут просить о пощаде. И поэтому игрокам предлагается выбор, и решение выносится с помощью голосования. Каждый подобный момент заставляет сильнее проникнуться игрой. По моему мнению, сюжет в онлайне очень интересный. Возможно, не такой захватывающий и трагичный, как в обычном сюжете, где можно испытать море эмоций и проходить ее еще и еще. Но на то нам и этот тандем, чтобы каждый мог погрузиться в игру и наслаждаться ей снова и снова. А что считаете вы, дорогие друзья, по поводу сюжета в онлайне? Можно ли его сравнить с обычным сюжетом? Оставляйте свои комментарии под видео, подписывайтесь на канал, заходите к нам в Discord, ссылка в описании, ставьте лайки. Сократ их очень любит.